Привет, YouTube, привет, подписчики, гости моего канала. Продолжаю знакомить вас со своим Франкенштейном, как я его называю, тракторком. Сейчас я покажу, что я сделал за это время. Установил я, значит, вот такую плиту. Я ее называю виброплита. Значит, металл 10 миллиметров, либо сантиметр, кому как нравится. Размеры у нее 70 на 30. Здесь будет установлен двигатель, генератор и насос НШ. Все это будет стоять здесь. Установлено все это дело на 4 поддушки жигулевских. Я их разобрал, там пружины стоят. Выкинул, чтобы вроде как только на резине стояло. Но если двигатель автомобильный держит 2 подушки, то уж 4 подушки мотоблочный двигатель должно выдержать. И мне так кажется, будет неплохо гасить вибрацию. Ну, посмотрим, я не знаю. Это все такое, как говорится, интересное. Была сделана кулиса. Вот так вот в бок. Я ее установил рядышком, как говорится, с сиденьем. Она в точности копирует коробку. Любые малейшие движения она повторяет. То есть первая сюда же, как и должна быть. Вторая сюда. Ну и, соответственно, все остальное. Задняя по над сиденьем. Вот так вот. Она, значит, не... Нейтралочку поставлю. Не дальше, чем стойка сидения. То есть у меня вот эта вот площадка, заход, остается, как говорится, свободная. Механизм, сейчас мы подойдем к нему поближе. Меня хотели убедить, что все-таки удобно под правую руку вывести рычаг. Говорили, вот здесь выведи, либо вот по центру его выведи, вот сюда вот этот кукан, спотыкайся через него. Не, ребят, я все-таки стараюсь, чтобы заход, проход, площадка была свободна. Одна, максимум 2 педали будет, все. Я еще не знаю, не определился, газ будет либо ручной, либо все-таки выведу его на педаль. Но это будет немножечко попозже. Так, рычаг изогнут вот таким вот образом. Специально сделал такой кривой, будем так говорить, рычаг. Для чего? Ну, для того, чтобы... Сейчас я выверну этот самый. Для того, чтобы при качении, когда вот площадка будет задняя качаться, чтобы он не упирался... Вот включим хотя бы заднюю. Чтобы он не упирался, площадка, короче, в площадку не упирался. Зазора тут хватает. Также же и на других передачах, четвертая, вторая, зазора хватает. Вот. Так, третья передача. Дальше она не выходит. Сейчас это все дело покажу. На штатив поставлю. Механизм простой, мужики. Ну как простой? Пришлось повозиться с денечек. Была сделана вот такая вот штука, сварена из различных кусков металлолома. Вот так это все дело качается и копирует коробку. Я не знаю, как вам это все дело объяснить и добавить. Сейчас мы посмотрим это все дело. Пол сейчас уберу. То есть вот площадка абсолютно свободная. Выглядит все это вот таким вот образом. Здесь уже это подгонял все по месту. Не знаю, это вот шаровый с короткой тяги обрезанный, старенький. Дальше крестовина с рулевого, карданчик. Все это подгонялось. Я скажу вам, это очень такая штука интересная.
зазора под плитой хватает, чтобы переключаться. Когда будет она работать, вибрировать, цепляться передачи не будут. Здесь прикручена на вроде как направляющая, да, труба, она же и поддерживающая, и по ней же ходит вот эта вот тяга. Тяга это кругляк, двадцатка, по-моему, я не помню, да, двадцатка. Если что-то не то, открутил. Здесь у меня тоже, не знаю, видно, не видно, на шлицах также был распилен карданчик с рулевой. Все это дело тоже у меня прикручивается. Если мне не устроит это все, вся эта конструкция, открутил один болт, гайку открутил, здесь две гайки и здесь три. Вот всего 6 гаек открутить и расцепить, седьмая, да, карданчик этот, шлицы, и все. И это все снимается, удаляется, если что-то мне не понравится. И уже, возможно, сделаю где-то спереди. Но пока меня устраивает этот рычаг вот ключом, да, первое. Он не дальше, чем корпус, то есть не дальше. Мешать не будет. При заезде где-то там по над чем-то. Вот первая передача. Сейчас я поставлю на штатив камеру и покажу, как это под руку. Удобно, неудобно, мне удобно. Итак, мужики, вот сейчас поглядим. То есть заход свободный у меня как был, так он и остается. Вот она, нейтралка. Пожалуйста. Вот так все это дело будет у меня выглядеть. То есть первая, вторая. Ну, не знаю. Очень удобно. Ничего не мешает. Абсолютно. Здесь будет зашито. Кто-то мне там написал, срежь уголки. Мужики, ну это же не окончательный еще вариант, поэтому... Поэтому так. Локтю не мешает. Даже вот на задней передаче. Ну а на остальных тем более мешать не будет. Ноге тоже не мешает, даже если в развалку сидеть. Вот, даже третью включить. Абсолютно свободно. Абсолютно. Не знаю, решение такое было принято, значит, как говорится, оно неожиданно пришла такая мысль вывести рычаг в бок. Конечно, хотел я его поставить спереди, ну так прикинул, ну не знаю. И решил все-таки вывести его в бок. Вот так вот. Ну не знаю, посмотрим. Время покажет. Переделать для меня большого труда не составит. Напрямую, допустим, под руль. Вот так. Оцените, посмотрите, оцените. Так что, мужики, не знаю, делаю правильно, неправильно. Может, я делаю вот это вот лишнее, что убираю вибрацию с кузова. Возможно, надо было это делать все на жесткую. Кто-то скажет, ремни там будут прослабляться. Да не будут, там натяжник будет стоять, который будет постоянно их натягивать, пружина будет натягивать. Никуда он не сдвинется. Если он там пару миллиметров будет играть, ничего не произойдет. Я в этом уверен почему-то. Ну, поставлю двигатель, посмотрим. Вот солнце вышло уже сюда, на этот механизм. Вот так это все дело выглядит. То есть вот эта штука качается. Опора, точка опоры, да, она качается.
Ну и соответственно, она же и двигает всю эту систему. Все это вот, все в точности, малейшее движение, оно копирует. Пока так. Все, всем пока, всем удачи. Скоро все это дело подключу, посмотрю, проверю все эти узлы. Возможно, даже и прекращу снимать ролики про тракторка. Некоторым не нравится это все дело. Поэтому хотят видеть готовый конечный результат. Ну, будет вам конечный результат. Мне без разницы, я его все равно сделаю. Так, как я его хочу видеть, так, как я хочу его сделать. Поэтому давайте, подписывайтесь. Заходите в группу. Будем, как говорится, дружить.